Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Бурмилу. Ласковый характер, благородная внешность и невероятно сильная привязанность к хозяину. Все это о Бурмиле, молодой редкой породе кошек, которая была выведена в конце 20 века. Владельцы представителей породы утверждают, что эти животные отлично чувствуют настроение своего хозяина и умеют подстраиваться под него. 35 лет назад в Англии у заводчика Бурм появился перс шиншиллового окраса. Либо не досмотрел, либо так захотелось ему. Перс покрыл Бурму. И получилась порода, которую назвали Бурмила. И вот с 2014 года Бурмила приехала в Россию. Мы были первыми заводчиками, которые привезли ее сюда. Что сказать о Бурмиле? Очень прекрасный характер, мягкий характер. Не окорябает, не дерет мебель. У Бурмилы нет подшерстка. Если смотреть на Бурмилу как обыватель обычный, то мы видим всего лишь два цвета – черный и белый. На самом деле 76 цветов на нем. А всегда будем видеть только эти два цвета. Бурмила имеет изящное тело средних размеров. Вес у представителей породы обычно составляет от 3 до 6 килограммов, а рост в холке, как правило, колеблется от 25 до 30 сантиметров. Бурмила – кошка с округленными чертами, у нее круглая голова и округленные уши, а вот глаза у представителей породы раскосые. Бурмила не агрессивная кошка, она спокойная и дружелюбная. Представители породы хорошо уживаются с другими животными и отлично ладят с детьми. Бурмилы очень сильно привязываются к своему хозяину и скучают по нему, если долгое время не видят его. С детьми не окорябает ничего. Поскольку к нам люди приезжают в питомник, дети бывают разные, и импульсивные, и ни разу ребенок не уехал, не окорябанный. Неукушенный, ничего. Кошки очень добрые к человеку, они привязаны к человеку. Некоторые животные привязываются к дому, но Бурмила привязывается к человеку, к хозяину. Да, если человек, который в командировках, я не рекомендую иметь такое животное. Они очень скучают и перебаливают душевно, что нет рядом с ними человека. Бурмилы неприхотливые. Эти кошки прекрасно чувствуют себя как в квартире, так и в загородном доме. Шерсть представителей породы рекомендуется расчесывать раз в неделю. Особое внимание стоит уделять глазам Бурмилы. Их нужно регулярно осматривать на предмет загрязнений. Также нельзя забывать о чистке ушей и зубов кошки. Ухода особого они не требуют. Моются в неделю раз. Не капризничают. Кормим, конечно, хорошим кормом, иногда и говядинкой. Они неприхотливы в доме. Средняя продолжительность жизни кошек породы Бурмила составляет от 12 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!